На этой неделе президенты стран-участниц организации собрались на саммите в Ереване. Но главной новостью этого заседания стало назначение на должность генерального секретаря ОДКБ представителя Казахстана. Занял ее бывший посол нашей страны в России, экс-аким Алматы, а с декабря 2019-го простой пенсионер Имангали Тасмагамбетов. Интересно, что накануне Тасмагамбетов, который не появлялся на публике последние годы, призвал казахстанцев поддерживать Токаева на выборах. И, видимо, не зря в январе он снова отправится в Москву. Подписывайтесь на канал и узнавайте обо всем с самыми первыми.